Десятки прихожан стали сегодня свидетелями знаменательного события. Несколько отреставрированных икон вернулись в церковь священномученика Климента. Иконы «Богоматерь Державная», «Бегство в Египет» и «Деяния апостолов» были отправлены на реставрацию полтора месяца назад. Специалистам удалось снять поздние наслоения и раскрыть уникальную авторскую живопись 18 века. Сегодня состоялось освящение икон, и затем они заняли свое место в Свято-Николаевском пределе. Священнослужители отмечают, что столь важное событие совпало с праздником Преображения Господня. Сегодняшний праздник Преображения – это не только преображение как церковное событие, но и преображение этого храма. Вы видите, как сам храм с каждым месяцем становится краше, как он и снаружи, и внутри приобретает то величие, ту красоту, которая присуща вообще Богу. В настоящее время в церкви священномученика Климента идет реставрация фасада, которую планируется завершить ко дню города. Кроме того, уже начаты работы по воссозданию интерьеров.